Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такой теплый шарф крючком. Давайте рассмотрим его поближе. Вязать его очень просто. Не знаю, сколько времени у меня ушло на него, так как вязала в перерывах между другими проектами. Вот такой у него рисунок простой, но в то же время необычный, нарядный. И я думаю, такой шарфик справится и свяжет даже начинающая вязальщица. У меня длина шарфа получилась 1,5 метра. Я измеряла сейчас. Мне перед камерой это неудобно сделать. А в ширину он получился у меня 16 сантиметров. Если вам нравится этот шарфик, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Не забывайте также подписываться на мой канал. Вязала этот шарф я из семеновской пряжи Lada New, специальная линия, в 100 граммах 392 метра, состав 25% альпака, 50% акрил, 25% полиамид, имитация альпаки. Очень приятная мягкая пряжа. Цвет выбрала светлая полынь 175. Ну, вы можете взять свою пряжу нужного состава, но надо выбирать, чтобы она была не колючая. Ну, толщину нити примерно такую вот рекомендую, чтобы шарфик получился таким тоненьким и тепленьким. Так, что касается крючков. Я использовала крючки двух видов. Для набора начальной цепочки использовала 3,5 мм, чтобы край шарфика не был стянутым и шарф не сгибался в форме дуги. А Основное полотно вязала крючком 3 мм. И на этот шарф мне потребовалось пряжи ровно 100 грамм, один моток. Итак, как же вяжется этот шарф? Набирается цепочка из воздушных петель. Так, вот у меня начало вязания с этой стороны. Так, вот с этой стороны. Число петель у меня 351 петля. Должно быть нечетным, но набирайте свое количество. Это никак не привязано к рисунку. Единственное, что должно быть нечетное количество воздушных петель в цепочке. У меня шарф 1,5 метра, 351 петля. И такой момент, что начальную цепочку я набираю крючком на половинку номера больше. Цепочку я набирала крючком 3,5 мм, а основной узор провязывала крючком 3 мм. Для чего берем крючок потолще? Чтобы начальная цепочка не была стянутой. Раппорт. Рисунок состоит из 8 рядов. Ширина одного раппорта у меня 4,5 сантиметра. Я провязала 1, 2, 3 раппорта полностью и закончила еще 4 ряда от раппорта, чтобы края были симметричными. Значит, получается 3,5 раппорта. Если хотите шарфик пошире, то можно сделать 4 полных раппорта и половинку 5-го раппорта. Но сейчас мы все подробно разберем ряд за рядом. Я буду показывать на образце. Наберу сейчас количество петель просто для примера поменьше, так как шарфик я уже связала, и чтобы показать, как я вязала сам рисунок, сейчас просто будем вязать образец. Но вы набираете свое количество петель, ставите на паузу и продолжаете провязывать полный ряд. Вяжется, как вы поняли, поворотными рядами. Используются столбики без накида, столбики с накидом и полустолбики. Это все
Главное сделать ровным край, чтобы он не был у нас кривым, не волной. И если хотите, можно украсить также края кисточками, бахромой. Но так как мужчина, я этот шарф вязала для мужчины. Я знаю, что они не любят эту бахрому, она вечно попадает в молнию, там им это не нравится, поэтому бахрому я не стала делать на этом шарфике. Но если вы хотите, можно сделать и кисточки для красоты. Такой шарфик, конечно, можно связать и для женщины, если взять соответствующий, подходящий какой-то цвет под верхнюю одежду, чтобы подходило, или детский, тогда набираем нужное количество воздушных петель нужной длины, какой ребенку нужен шарфик, и нужной ширины вяжем. Итак, берем крючок потолще, 3,5 миллиметра я беру, делаем начальную петлю и набираем цепочку из воздушных петель. Я для образца наберу, ну давайте, 13 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вы набираете там 300, сколько петель нужно на длину шарфика, столько и набираете. Нажимаем на паузу. Вяжем цепочку и встречаемся. Итак, набрали цепочку нужной длины. Меняем крючок на более тонкий. Теперь я беру крючок 3 мм. Вяжем первый ряд нашего раппорта. Одна воздушная петля подъема. И в каждую петлю, начиная со второй петли от крючка, первая, вторая, провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3, 4. Так, в каждую петельку по цепочке провязываем по столбику без накида до конца ряда. Вяжем. Подходим к концу ряда и провязываем последний столбик без накида в начальную воздушную петлю. У меня получилось также 13 столбиков без накида. Если вы набирали цепочку 300, там одна петля, значит, у вас столько столбиков и должно получиться. Но не обязательно их пересчитывать, не забивайте голову. Ничего страшного, даже если и просчитались, рисунок от этого сильно не нарушится. Первый ряд готов. Вяжем второй ряд. Одна воздушная петля подъема, разворачиваем. И во вторую петлю, вот в первый столбик, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Одна воздушная петля. Пропускаем столбик в следующий столбик без накида. Воздушная петля. Пропускаем столбик без накида в следующий. Воздушная петля. Пропускаем столбик без накида. Воздушная петля. Так вяжем до конца ряда. У нас здесь арочки из одной воздушной петли. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из одной воздушной петли. Пропускаем столбик. И в начальный столбик, в первый столбик без накида, провязываем столбик без накида. Так, нужно крючок ставить под две ниточки. Вот так. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, разворачиваем накид и в следующую арку из одной воздушной провязываем столбик с накидом. Это край нашего шарфика, короткий. Одна воздушная петля,
накид, пропускаем столбик и в следующую арку столбик с накидом. Одна воздушная, пропускаем столбик и в следующую арку столбик с накидом. Одна воздушная, накид, пропускаем столбик и в следующую арку столбик с накидом. Так у нас арки из одной воздушной петли и столбики с накидом в арке провязываем. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Подошли к концу ряда, провязали последний столбик в арку и еще один столбик с накидом нам нужно сделать в следующий столбик без накида. Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом разворачиваем. Столбик с накидом, следующий столбик с накидом. Теперь столбик с накидом в следующую арку из одной воздушной. В следующий столбик с накидом. Теперь в арку. Теперь в столбик. Так, вяжем до конца ряда. Провязали столбик в арку, столбик в столбик. И еще один столбик с накидом нам нужно сделать вершину начального столбика с накидом в третью воздушную петлю подъема, чтобы край нашего шарфика был ровный. Итак, вставляем крючок в третью петлю и провязываем столбик с накидом. Это край нашего шарфа. Четвертый ряд у нас готов. Вяжем пятый ряд. 2 воздушные петли, накид, разворачиваем. И теперь во второй столбик провязываем полустолбик с накидом. Мы уже сделали накид, но будем вязать за заднюю дольку. Вот у нас петли, они состоят из 2 половинок. Крючок будем вставлять вот под одну ниточку, это задняя долька столбика. Вытянули рабочую нить, 3 петли на крючке, подхватываем и протягиваем через все петли. Это полустолбик с накидом, накид. Теперь полустолбик в следующий столбик, также за заднюю дольку. Провязали накид, в следующий столбик, полустолбик с накидом. Этот ряд у нас полностью состоит из полустолбиков и провязываем за заднюю дольку. Вязать легко, можно включить какой-то любимый сериал, работа монотонная, тут особо думать ничего не надо, вяжем и вяжем аккуратненько. Все, доходим до конца ряда и встречаемся. Давайте посмотрим внимательно, чтобы наш край был ровный, в какие петли нам нужно в конце шарфа вставлять крючок. Итак, вот у нас остался последний столбик непровязанный. Вставляем за заднюю дольку. Провязали полустолбик с накидом. И теперь нам нужно во вторую, так, в третью воздушную петлю подъема также провязать полустолбик. Вставляем вот в цепочку в саму, втыкаем крючок. У меня крючок тупой, поэтому я сейчас остреньким уголочком вот так. Все, провязали последний полустолбик. Видите, какая ниточка пушистая, вот сейчас хорошо видно. Я думаю, такой шарфик будет хорошим подарком мужчинам на праздник 23 февраля. Ну и на любой другой праздник, на Новый год, на какой ближайший будет, такой подарим, да?
Так, пятый ряд у нас готов. Вяжем шестой ряд. 2 воздушные петли. Разворачиваем накид. Эту петлю мы пропускаем, из нее уже выходит начальный полустолбик. Смотрим внимательно. Эту пропускаем в следующую, также за заднюю дольку. Провязываем полустолбик с накидом. Провязали. Накид. В следующую, также за заднюю половинку. Полустолбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. Также полустолбики с накидом. Подходим к концу ряда. И не забываем провязывать столбик в начальный столбик. Делаем накид и во вторую воздушную петлю подъема. Здесь мы делали 2 петли. Так как полустолбик у нас немножечко пониже, чем столбик с накидом, вставляем крючок и провязываем полустолбик последний. Шестой ряд у нас готов. Седьмой и восьмой ряд вяжутся аналогично шестому ряду. Также провязываем полустолбики с накидом. Давайте вместе начнем еще. 2 воздушные петли подъема, это начальный полустолбик с накидом, разворачиваем, накид. Вот эту петлю мы пропускаем первую. В следующий, во второй столбик провязываем полустолбик с накидом. Это у нас сейчас седьмой ряд нашего раппорта. Также в каждый полустолбик провязываем по полустолбику с накидом, также за задние дольки. Чтобы наш шарфик был вот такой резиночкой, вот он тянется, видите, как хорошо, за счет того, что мы вяжем за задние дольки. Все, вяжем до конца и встречаемся. Седьмой ряд у нас готов, также не забываем провязывать последний полустолбик во вторую воздушную петлю подъема. Видите, какой ровненький получается образец, краешки прямые, не кривые. Так, вяжем последний восьмой ряд раппорта. 2 воздушные петли подъема, накид, разворачиваем и также, начиная со второго столбика, провязываем по полустолбику с накидом за задние дольки. Это восьмой ряд. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Ряд у нас длинный, долгий. Ну вот, мы провязали с вами 8 рядов. Раппорт нашего шарфа состоит из 8 рядов. Теперь идет повтор. Итак, делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем и в первый полустолбик, во вторую петлю от крючка также получается, провязываем столбик без накида за заднюю дольку и в каждый столбик провязываем по столбику без накида за задние дольки. Девятый ряд у нас уже повторяет первый ряд. Только провязываем столбики не в цепочку из воздушных петель, а за задние дольки полустолбиков. Вяжем до конца ряда и встречаемся. Подходим к концу ряда. Нам осталось провязать 2 столбика без накида. Последний делаем также за заднюю дольку. И еще один во вторую воздушную петлю подъема в вершину начального полустолбика.
Девятый ряд у нас готов. Вяжем десятый ряд. Десятый ряд у нас повторяет второй ряд. Также воздушная петля подъема, разворачиваем сюда же, в первый столбик провязываем столбик без накида, одна воздушная, пропускаем столбик, в следующий столбик без накида, одна воздушная, столбик без накида. Ну все, 11 ряд повторяет третий ряд, 12, 4 и потом также 4 ряда полустолбиков. Так, вяжем, пока наш шарфик не будет нужной ширины. У меня, как я уже сказала, провязано так, 3 раппорта и еще половинка раппорта с краю, то есть 4 ряда. Заканчиваю вязание столбиком, так вот с этой стороны. Заканчиваю столбики с накидом. И дальше полустолбики я уже не провязываю. Как видите, вязать такой шарфик просто. Ничего сложного здесь нет. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!